Ты, конечно, взрослая и поступаешь, как считаешь нужным. Но лучше послушай, мать. Мам, ты куда? На рынок. Да, кстати, забыла. Должен прийти сантехник. Кран вот течет. Так что проследи, раз уж осталось. Хорошо, но я сегодня уеду. А вот это правильно. Что, ты уехала? Ты за вчерашнего поцелуя? Да. Просто ты запутался. Это ты запуталась. А я влюбился. Я тебя люблю. Что ты говоришь? Я в два раза старше тебя. Ты моей лучшей подруги. Пожалуйста, уходи. Нет. Но вчера ты ответила на поцелуй, правильно? Это произошло случайно. Я вообще не понимала, что я делаю. Коль, ты очень хороший, но... Что, это то, что тебе сказала? Ну? Смотрю, хожу, да. Вы сантехник? А почему без инструментов? Ой, слушай, нашла. На кухне был, да. Ты жди меня, жди, на остановке. И что, ты здесь останешься? Нет. Что, раскопа есть? Нет. А чего? Есть одна идея. Конечно. Интересно. Давай сумку. Ого. Да. Это мой бывший муж. Подарил моей матери. Она всегда мечтала о таком доме. И вот теперь это ее гордость. Это видно. Что-то холодно. А дрова есть? Да. Сейчас все будет. Зайди в дом, простудишься.
Я бы без тебя не справилась. А теперь тут стало так хорошо, уютно. Только, наверное, тебе уже пора ехать. Надо же еще до дома добраться. Так.